кто у вас здесь? Это мой дедушка. Папин папа. Вы его помните? Видели? Помню только один эпизод в детстве. Расскажите. А? Расскажите. Но он у меня был подпольным большевиком в Польше. Член Коммунистической партии Западной Белоруссии. Ну и имел отношение к печати. Однажды, мне было тогда, наверное, 4 года, сводил меня в Молодечно типографию, в цех, где буквально печаталась газета. Вот это я помню. И все. Он был членом польского сейма, депутатом. Потом был арестован как коммунист. 8 лет просидел в польской тюрьме. Потом был обменен на священников католических, которые сидели здесь, в России, в Советском Союзе. И через 4 года был расстрелян. В Соловках просидел 4 года и потом был расстрелян здесь.